Народного депутата Павла Резаненко из фракции БПП за вождение в состоянии алкогольного опьянения на год лишили права управлять автомобилем. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети. Такое решение принял Деснянский райсуд столицы. Также нардепы обязали заплатить штраф более 10 тысяч гривен. Я напомню, ранее Резаненко называл все это провокацией, однако со временем изменил мнение и заявил, что полиция действовала абсолютно законно.